Рівно 5 років тому тут, на площі Нахімова у Севастополі, одразу після так званого референдуму я спілкувалася з людьми. Повернулася зараз, щоб розповісти історії тих, кого зустріла в 2014-му. Ми поїхали до Ялти, Алушти, Бахчисарая, Сімферополя. Російські прапори, плакати, святкування – були вони і 5 років тому, є і зараз. Це те, що кидається у вічі. Але реальність в Криму не очевидна. Головне відбувається в розмовах на кухнях, в колі тих, кому можеш довіряти. Я дуже добре пам'ятаю, як в березні 2014-го люди, які виходили на українські мітинги буквально одразу після анексії, боялися показуватися. І ситуація тільки погіршилася. Що прикметно, це стосується не лише так званих політично ангажованих людей. Всі завжди думають, що їх меншість. Небезпечно говорити і тим, хто, можна сказати, нічого не робить. Просто залишається громадянином України, відмовився від російського паспорту, веде бізнес або просто є кримським татарином. Все граждане России имеют равные права и обязанности. О них говорится в Конституции России. Какие права у нас есть? Важнейшее из них – право на свободу и личную неприкосновенность. Ну, ось так звучить розділ «Ми, громадяни Росії» в підручнику, по якому зараз вчаться кримські діти на окупованому півострові. Тут є розділ про президента Росії, Путіна. Ми трошки продивилися, багато є розмов про підручники і те, як виховують в школах офіційних дітей за такими програмами. Але що цікаво, що от в розділі про Київську Русь, Київської Русі немає, є тільки давня Русь, але от в одному з будинків родин ми таки бачимо Київ ось на карті в такому вигляді. Просим Всевышнего, чтобы он даровал нам мир со всеми живущими здесь народами. Мы просили Аллаха, чтобы он дал Путину немножечко справедливости или как-то там разума, чтобы он отсюда убрал свои войска и чтобы все солдаты, которые сюда прибыли живыми, здоровыми, вернулись к своим семьям, к своим матерям, к своим женам. И мы хотим, чтобы у нас воцарился мир такой, какой он был до их прихода. Я хочу, чтобы мы были вместе. Ukrainian and Crimean, we are together, together must be. Да какие мои мечты сбылись? Я хожу с оглядкой. С оглядкой хожу. Я живу одна, и поэтому все время должна на чеку быть. Я не знаю, что меня, допустим, ждет, что. Лишний раз что-то сказать, что-то такое вот позволить себе высказываться. Такого нет. Даже в интернете что-нибудь репост послать, я, допустим, боюсь что-то. Пенсия у меня приносит вовремя 15 036 рублей. Ну, я живу одна, так что стараюсь каким-то образом тянуть это. Может быть, и больше есть, но я насколько... Мое окружение у меня, ну, считается, что ничего терпимо. То, что я на родине, я у себя на родине, в Крыму. Вот моя крымско-татарская аура меня и поддерживает. У меня здесь много родственников, много, ну, уже приобретенных друзей. Вот я черпаю силы, а так основное моя, мой дом, моя крепость, вот дома сижу. Я не чувствую, что я спокойна.
Может, из-за возраста, может, то, что я вот как-то болезнь. А так, но все равно подвох какой-то еще жду. Неспокойно. Спокойствия как таковой нет. Кто знает, от чего это зависит. Кафе-ресторан «Мусафір» – один з найвідоміших кримсько-татарських закладів. Так було до окупації і в 2014 році, саме в день так званого референдуму, ми працювали тут. А тут так само тоді був кримсько-татарський прапор, а внизу можна було дивитися, як проїжджає військова техніка. Я можу повлияти тим, що я вийду на будь-який мітинг, який буде відстоювати права і кримських татар. У мене син, який закінчує 11 клас. Який диплом він буде отримувати? Российский. Если наши родители, скажем так, я говорю конкретно о своих родителях, потому что в Крыму были, скажем так, депортированы, то есть они пережили это на своих, и они попадали, когда их переселяли уже там в Узбекистане, они жили в условиях, где тоже не было ни газа, ні води. «Мусафір» зачинений з 2015 року. Було багато судових процесів, не змогли перереєструвати. В будь-якому випадку власники відкрили два заклади дуже успішних в Києві, в столиці України. Однак адміністратор Глинур лишився в Криму, в Сімферополі, як і багато людей, в яких є особисті обставини. Після цього йому довелося працювати і в таксі, і охоронцем буквально цього ж закладу. Ми повернулися, щоб з ним поспілкуватися. Нині він перебуває в Сімферополі. Кстати, эти салфетницы такие же, как у нас здесь. Мы их внедрили. То есть они как бы здесь родились. Если большое количество крымских татар уедет, то здесь, я не знаю, как потом кто-то должен быть здесь. Все равно, сколько веревочки не вится, конец будет. И все равно когда-нибудь отсюда попрут. Мы ждем это шоу, когда отсюда будут бежать, бросая чемоданы, и не надо сюда украинское поставлять, не надо. Пусть, скажем так, условно, грубо вырезано, пусть едят свое дерьмо, скажем так. В 15 году ресторан или кафе, скажем так, да, закрыли, лучшее кафе Крыма, да. Закрыть пришлось, потому что кому-то не понравилось, что кафе якобы является спонсором бахчисарайского, ну, в смысле, межлиса крымско-татарского народа. Ну, не то же закрытие, вообще говорю, что прибежали первые маски-шоу были у нас в кафе. Это 15 человек пришли там, значит, я еще говорю, подождите, говорю, а автоматчики, говорю, зачем? Идут с автоматчиками. Я говорю, это для нашей безопасности. Я говорю, подождите, я один здесь мужчина, остальные женский коллектив, говорю. Какую мы вам опасность представляем, говорю. В общем итоге это были суды, суды, суды. И вот один из судов, одной из, скажем так, причин, которые вот на данный момент уже, они разными методами пытались, это оказывается нецелевое использование земли. И в то же время разрешение на переоформление не делают. Пока я там еще находился, иногда раз так подъезжает машина, смотрят, оглядывают, поднимаются. Я говорю, вам что-то нужно, чем-то помочь? Нет, вот мы смотрим красивое кафе и все остальное. Я говорю, да, и что вы хотели? Я говорю, на данный момент оно не работает. Они говорят, да нет, вот а вы не знаете, продают хозяева? Я говорю, я знаю, говорю, не продают. С учетом того, что все-таки мы, скажем так, нация крымских татар, на своей земле, и поэтому эти все объекты, это все наши, скажем, инфраструктура нашего народа. Надо ее сохранить для того, чтобы, когда придет время, открыться и работать на благо Украины. Мы даже здесь покупали
травяные чаи. И если вот кто-то ехал, отвозили туда, чтобы они делали чаи на травах, крымских травах. Вот бросил, если бы я был бы одинокий, бросил бы, поехал бы туда. Я думаю, там бы, ну, смог бы где-нибудь, хоть, не знаю, там, официантом устроился бы. Честно говоря, я очень доволен. Конечно, хочу попасть, но я просто в Киеве был немножко давненько. Так-то в Украину я выезжал, ну, здесь, скажем так, Херсонская область. Украина в процессе реформ чистки, то есть государство само себя очищает. Ми подовго спілкуємося з кримчанами, але не на камеру. Адже ризики, загрози реальні. Якщо в 2015-му я говорила з першими родичами політв'язнів, то їх було одиниці. Ми знали кожного по імені. Тепер це 70 людей, які перебувають за ґратами в Росії, переважно кримчани. І кримські татари, яких звинувачують в екстремізмі та тероризмі. За ці роки родичі політв'язнів організувалися в рух «Кримська солідарність», який допомагає один одному ходити на суди, а також організацію «Бізімбалалар», яка фінансово підтримує дітей політв'язнів. Коли я тільки приїздила, їх було кілька десятків. Сьогодні це 111 дітей. І якщо в перші роки дружина і матері охоче спілкувалися з журналістами, ніби намагалися докричатися, ось ми розповімо, що сталося, і через кілька місяців наших чоловіків випустять, то пройшли роки, і ситуація стала куди гіршою. Вони дійсно переживають, бо з обшуками приходять в домівки і дітей, і дружин. Ми поїхали до матері Володимира Балуха Наталі. Володимира Балуха, українця, кримчанина, звинувачують по сфабрикованій справі у тому, що він зберігав патрони. Насправді ж Володимир просто вивісив український прапор на своєму будинку. Где-то в декабре, наверное, 13-го повесил. Ну, только, если быть честным, сначала у меня вот на вот этом тракторе такая была длинная жердь, и там у меня не было украинского флага, я червоно-черный вчепил. А потом, когда его украли отсюда, то я раздобыл украинский и вцепил его на хате. Только он с другой стороны дома висел. Він тільки питає, мамо, як здоров'я, як там, що в тебе там, як там, ну, отакоє. Вчора вспіли перечислити й гроші, от, і йому там купили, ну, продукти, продукти і куриво. Нічого не знаю, він не каже нічого, про здоров'я, в мене, мамо, все нормально, все. Ну, я так, я пенсію получаю, Наташа получає от, пенсію. То ми стараємося, от це все в нас йде, щоб йому допомогти, щоб йому передачі. Він же ж там не питається тим, що в тюрмі дають. Він їхнього не їсть. Він сказав, терористів, каже, їсти не буду з їхньої кормушки, каже, їсти не буду нічого. Ото, що люди допомагають, от татари мені много допомагали, татари, от, саме більше вони допомагали мені, да. Я йому вчора пожелала, кажу, сину, молись Богу, проси у Бога прощення і проси Бога, щоб ти вернувся здоровим хоч оттуда. Я тільки його два рази бачила в Роздольному, ще як сюди йшли, так я його не бачила. Невістка їздила в Керч, ну її свідання не дали, а дочка була, то якраз приїжджала, то дочка була з ним, Керчі, вона його бачила. Ну, казала так, після того голодовки, після того, ну, такий, бо він як тут в Роздольному був, то був як скелет. От він змалечку такий, він про Україну змалечку.
з дитинства. Він читав літературу українську, він всіх, ну так, героїв знав. Ну, він от такий був у мене. А було ласкаво, просимо, сюди написано. Всегда була у нас школа, всегда, даже вот в советское время, и то ласкаво просимося. Ну все було українське, була Україна, була в нас Україна. Все було, що в Україні, то було і в нас. І книжки були, українська школа була, ну не українська, школа російська була. Но українські преподавали теж літературу, язик, теж що, ну школа була російська. Росія прийшла, всі оказались росіянами. Ті люди, які з України, що я знаю їх родителів, що робили ми в місті, що все, от їхні діти всі стали росіянами. Ну, зараз, знаєте, зараз помінялися взгляди. Вже люди попробували Росію і вже от раніше. Ти що, прийде Росія, буде на нас тут і трактора нові, будуть і машини нові. І все буде, ну, отаки думали, що так буде. А воно з кожним годом все хуже і хуже. Треба знати, де кому що сказати. Ну, я не спілкуюся ні з ким, я тільки спілкуюся з тими, що я знаю, що з ними можна поспілкуватися. Що можна, що я можу висказати своє наболівше, а вони можуть своє. У нас же ж люди, от, я маю в виду тих, які біжали на референдум, сломя голову. Вони ведь непонятно там, що желання халяви і все таке. Но вони ведь не задумывались о том, чтобы жизнь изменить к лучшему, а о том, чтобы сменить хозяина, плохого на хорошего. Барина хорошего им надо. Все верят, ну как в сказках, в этих русских сказках. Посидел на печи, имели, потом раз, опа, щуку словил. Все думали, что щуку словили. Поэтому, ну, естественно, никаких хороших перемен тут у нас быть не может, априори. Все только хуже становится. Началось з тих флагів, то там люди чуть з ума не посходили. Вот эти по його вулиці, то вони чуть з ума все бігали в сільський совет і кругом. Ну, вроді, нельзя до цього прицепитись, до флагів. Ну, вроді ж немає такого закону, що нельзя флаг там чи що там. А як він приїхав з України останній раз, і він привіз, ну, то привіз з собою флаги тиї, і він ще, ну, видно, заказав от цю таблічку, що вулиця Небесної Сотні. От. І взяв, поцепив на хаті. Приїхали з сільського совєта, що зніми ту таблічку, зніми і флаг зніми, і таблічку зніми, бо буде плохо. Він от це не зняв. Приїхали з обіском. Зразу вже через день чи через два приїхали з обіском до нього. Все перевернули, кругом все, нічого не знайшли. Поїхали вони, приїхали до мене. Машини, я не знаю, штук 4 машини, вони всі в цих масках, машини без номерів. Приїхали терориста ловити. Понімаєте? Яке, Боже, тут все село гуде, люди ж не розберуться, все село гуде, що балух терорист. От, а потім вже як другий раз приїхали, то вони вже знайшли патрони, вже знайшли патрони там на. Ну який би дурак ложив патрони тут же ж на чердаку, в хаті на чердаку. Ну і так його після тих патронів забрали. І от це вже третій год. Ні, я помилування в нього не попрошу, бо син мене не пойме. Я просити не буду. Хай Бог нас підтримує і будемо надіятись на Бога.
і на людей, щоб люди теж много допомагають. Звісно, ми б самі не справилися, якби не люди. Ми б самі не справилися. Це вже от третій рік. Що я ж? Ах, ти мій хороший, ти мій красавець. Я що? Ти Яшка, да? Що? Людей много, да? Ти не привик. Привик з бабою. Це один з ялтинських пляжів. Звісно, багато людей справедливо нарікають на те, що туризм в Криму знищено після анексії, що є проблеми з тим, що пляжі закривають від населення, нерухомість передається в приватні руки, є чимала кількість критиків, є і ті, хто все це заперечують. Говорять, що все нормально, бюрократизація, але є порядок. Звісно, останні – це прихильники режиму Путіна, Аксьонова. Зазвичай найчастіше чути саме таких або жорстких критиків режиму, або їхніх прихильників. Та будучи тут, я думаю, будь-яка людина зрозуміє, що величезна кількість людей намагається триматися осторонь політики максимально. Для українського журналіста дещо складно говорити саме з такими звичайними людьми. Вони, звісно, остерігаються. А можливо, ми, ті, хто приїхали з Києва, якось це використаємо в якомусь контексті. Чи, можливо, будуть якісь проблеми, хоча ми хочемо говорити про звичайні речі. Наша співрозмовниця саме така, вона працює в сфері послуг, спілкується з величезною кількістю людей, з тих, хто не любить скиглити, з тих, хто хоче працювати і розвиватися. Ми не показуємо її обличчя, хоча говоримо про буденні речі. Виділи море, виділи море, виділи білі ночі. Наталі нолям, санаторів, дарком в городі Сочі. І так устали загадати, що рішили впредь. Ну, продовжуємо жити своєю життю. В принципе, несмотря ни на что, ни на сложности, которые, ну, есть, наверное, у каждого человека, который чем-то занимается, в принципе, да, в жизни. Продолжаем жить, трудиться, фантазировать, реализовывать свои мечты. Разница в гостях, конечно, есть большая, потому что 30 России, там, 40 Украины, да, и 30% составляли иностранцы, да. То сейчас, конечно, это 95% это Россия, 5% это всех остальных. Но я хочу сказать, что вот в прошлом году очень много наших друзей, которые там с Украины, да, из Киева, они все-таки начали уже ехать. Ну, желание увидеться, да, желание вернуться в Крым не с политической точки зрения, да, а в Крым как место с солнцем, морем, горами и людьми, которые здесь находятся. Первое время, если там были проблемы, ты не мог просто там, в заведении даже поставить терминал, как бы, потому что банковская система она не работала, там, да, один банк как бы, был, который обслуживает. Сейчас этих проблем абсолютно нету и работают практически все карты. Как бы, да. Если гостям раньше нужно было с собой иметь там, чемодан наличности, да, для отдыха в Крыму, то сейчас спокойно все работают с банковскими картами. Потихоньку заходят и инвестиции в Крым, и там продукция, да, иностранные, открываются представительства, и потому что, ну, как бы контрабасом сейчас особо не поторгуешь, потому что ну, как бы правительство контролирует, да, все эти процессы. Предприятия большие, которые уже сформированы, у них есть представительство в Крыму, они продолжают работать или там, начинают работать по новой, как бы в новом там, законодательном поле. И даже ребята, которые у нас приезжают, ну, достаточно там, состоятельные люди там, из России, они тоже делают оценку того, что, ребят, ну, у вас вообще не дешево, конечно, тут все. Много ребят, которые делают там, свои сыры, например, там, свое молоко, свои сады. А вот, это как альтернатива. Альтернатива такой вот уже глобальной монополизации там, тех продуктов питания, которые предлагают сейчас. Уезжать просто потому, что высказать свою вот какую-то там жизненную позицию, но это означает опять-таки уйти
там, отнести себя к какой-то там политической, да, прослойке. Как бы. Я считаю, что это абсолютно в корне неверно. Как бы моя позиция, да, там, позиция моих друзей, что мы крымчане, там, да, мы ялтинцы. Вот, у нас есть там море, горы, мы здесь родились, как бы, и нету там наше, ваше, вот как бы, да, это наше, потому что мы здесь, как бы, мы местные, мы создаем вот эту атмосферу, которую, за которой приезжают, в принципе, все сюда. Слушай, есть ребята, которые в Киев уезжали, как бы, попробовали там, у них бизнес там не сложился, им было сложно, а здесь попродавали дома, как бы, им пришлось потом вернуться обратно. Вот, есть, которые... Ну, как бы уехали и остались там дальше развиваться, и пошло все хорошо. У них ночная клубная жизнь здесь отсутствует как таковая, да? То есть мы понимаем, что на сегодняшний день в городе нету ни одного ночного клуба. Понятно, что Ялта привлекательна для людей, которые там жили где-то, там, я не знаю, там в Мурманских каких-то, там в Мухосранских, которые там с заводами, там пароходами, без морей, без гор, без красивой картинки. И сейчас очень большое засилие идет, ну, заселение, как бы, да, вот таких людей в город. И по большей части это люди пенсионного возраста, потому что, ну какая разница, в принципе, где им пенсию получать, да? А молодежь, наоборот, конечно, хочет куда-нибудь срулить в что-то более современное. Ну и так как Украина теперь у нас не очень благоприятное, скажем так, да, место, там связано это и с границами, и с какими-то проблемами, пересечениями. И даже те ребята, у которых сейчас вот дети учатся в Украине, то есть им элементарно, или там родители, да, которые остались в Украине, живут, очень проблематично передать денег, да, там, на карточку или какие-то передачки, просто там гостинцы. Вот, поэтому, естественно, ну, как бы логично, что рассматривается для дальнейшего развития, ну, города большие, которые находятся в России, либо за границей. Дочь 7 лет состояла на заместительной терапии, и это для нас была жизнь, и это для нас была нормальная жизнь, и я была спокойная, что она у меня не кинется на какие-то тяжелые наркотики, и у меня и опять не будет пережитого горя и беды. Вот. А на сегодняшний день получается так, что нам просто не дают шанса жить и выжить. Случилось так, в один день нам объявили, все, программы не будет, мы вам всем вот за месяц резко понижаем дозировки. Вот, вот я как инвалид второй группы, вот, такие стремительные понижения дозировки просто не выношу, я не могу. Организм даже не успевает адаптироваться, перестраиваться. Это постоянные боли, постоянная слабость, постоянная депрессия. Было все отлично, прекратились проблемы с законом, наладились отношения в семье. Да. Мы снимали девочку Оксану 5 лет назад. Я здесь была, которая была на заместительной терапии. Ага. Вы вроде бы что-то знали, да, что с ним могло произойти? Да, вы знаете, девочка очень хорошая, но у нее есть тяга самоуничтожению. Она, будучи в Крыму, ходя на программу, себя один раз уничтожила, ее спасла мать. А вот второй раз уже ее не досмотрела, видно, мать или поддержка какая-то. Она погибла прямо в хостеле, прямо умерла. Умерла, ей сделали сложнейшую операцию на пахе. По-моему, его полностью вырезали, полностью вену. Мы встречались, когда жил я в Киеве, мы встречались, как-то друг друга поддерживали. Ее сломило, конечно, одиночество. Человека больше нет, да, мы можем так говорить. Человек был хороший. Я когда узнал, я расплакался, если честно. Очень обижает то, что вот эти все смерти, они все зря. В Крыму было 800 пациентов на заместительной терапии.
ця практика дозволяє замість вуличних наркотиків отримувати замінники опіатів в лікарських умовах. Люди могли працювати, жити, народжувати дітей. В Росії ця практика заборонена. У 2014-му тут, в Криму, я зустрічалася з пацієнтами, які говорили: «Ми можемо загинути». Так і сталося. Сьогодні нам розказують про страшні смерті. Хтось повісився, вистрибнув з 9-го поверху чи просто помер на вулиці. Тут ми спілкуємося також з колишніми пацієнтами замісної терапії, які тримаються. В них багато знайомих, вони знають тих людей, які померли. Не показують свої обличчя, адже є чим ризикувати, є сім'ї. Крім того, кажуть, що незрозуміло, заради чого ризикувати, бо кого турбує доля наркоманів. Скільки саме людей загинуло з 800? Офіційної цифри не існує. Частково її приховують, легко списати смерть колишнього наркозалежного на щось інше. Ті, з ким говоримо ми, говорять про сотні людей. Це складно підтвердити, але ви можете просто почути їхні історії. Понимаю, что нет этой цифры, но там 5 лет назад, когда я там приезжала, мы знали, что есть 800 пациентов, 830 пациентов, да? И что с людьми произошло? Многие говорят, что кто-то погиб. Да, действительно, очень многие погибли. Многие просто не вынесли абстинентного синдрома. Кто-то, большая часть была не устроена в жизни людей. То есть те, у кого там были какие-то проблемы, и они их могли еще преодолеть при помощи программы. То есть они могли, по крайней мере, не думать о здоровье. Но что вы знаете там вы лично? Встречали людей, знаете, там, из тех, с кем пересекались? Вот, например, недавно видела человека в Симферополе. Да, парень жил с братом. Да, у них сложная ситуация, там они потеряли квартиру, но они были в состоянии работать, снимать жилье. То есть все у них было нормально. С квартирой, вот сейчас я узнала, что он повесился. То есть он не смог, этот Миша. Он известная достаточно личность. Вот я сейчас назову его имя Миша, скажу, что он жил рядом с диспансером в Марьино. Его все знают. Да, вот Миша повесился, к сожалению. Да? Потом много людей, я знаю, в Симферополе продолжают употреблять, но теперь уже уличные же наркотики. То есть мы говорим о прямой угрозе жизни. У большинства из этих людей, они же больны хроническими заболеваниями. Женя Куличенко, тоже такая достаточно известная, колоритная личность, она села в тюрьму, получила там какой-то совсем немаленький срок, там что-то несколько лет. Да, и насколько мне рассказали, опять же, в Симферополе, на обратном пути, когда она освободилась, она умерла. А села, потому что ее взяли там за какой-то наркотиками после того, как после того, как совершенно верно, она лежала в больнице. Таких случаев, как бы, вот у моих соседей здесь, в Ялте, муж и жена сдавали квартиры, несколько квартир, прекрасно себя чувствовали, все у них было великолепно. Они, естественно, перешли на уличные препараты, на говняные. И понятное дело, чем они закончили. Еще встретила одного человека недавно в Симферополе. Тут, естественно, употребляют уличные. Знаю семью, муж и жена. Ребенок маленький, родился на программе, все было хорошо. Теперь ребенок заброшен, у дедушки с бабушкой, папа с мамой употребляют уличную какую-то дрянь. И не надо помогать. Это, ну, это как бы они тебя априори лишают гражданских прав, только на основании, то есть это не просто дискриминация, это вообще какой-то, на мой взгляд, это садизм, расизм, шовинизм, ну то есть такое вообще в одном флаконе, даже фашизм, могу сказать. Что человека невозможно лишить гражданских прав только потому, что он болен. А сколько я не знаю, в Керчи, в Евпатории, в Феодосии, ну, количество запредельно. Я думаю, если, еще раз повторюсь, что если из 800 пару сотен осталось, ну это очень хорошо. Я считаю, что правительство Крыма и Российская Федерация, в том числе, зная эту проблему, убило 400 человек просто. Просто относясь к этим людям как не людям, а я хотел бы, чтобы нас услышали не только в Украине.
А во всем мире то, что вот эта весна, которая уже 5 лет, вот эта годовщина, не все так просто прошло. Я молю Бога, чтобы никто не попал в те же тиски, которые попали эти люди, которые погибли, не выдержали. Тем людям, кто уже потерял это, утратил, ну я не знаю, как уже, тем, кто ушел из жизни, мы уже ничем не поможем. Но в назидание люди должны понимать, что принципы гуманизма, вообще, они самые основные у человечества. Без гуманизма куда мы движемся?